Это не парадный ход к морю, но зато он очень удобный. Так. Папе привет, маме привет. Хорошо? О, видишь, как вас фотографируют. Маша, пока. Да. Я заснимаю вас. Скоро летом встретимся. Скажите, да. Как люди ходят? Это нехорошо. А зачем вы снимаете, что такое? Как опоздно? Привет, привет. Все, пока. Это ничего страшного и не больно совсем. А я не боюсь. Так, вот этот вот ход, он очень удобный, потому что сразу из игрового зала можно пройти к морю. Я долго смотрел на прибой сверху, но вот не удержался, сорвался с турнира. И сейчас мы посмотрим, что происходит. Ну да, это волнение, наверное, где-нибудь балла 3-4, на мой взгляд. Видите, конечно, можно было бы искупаться. Ничего страшного в этих волнах нет, но просто вода не совсем чистая от прибоя. Вот, 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 оп, вот они. Интересно, что ветра нет никакого. Волны. Достаточно внушительные, мне приходится вступать. Тепло, очень тепло.